finden, ja. Ребят, напишите в чате, пожалуйста. Идет стрим или нет? У меня почему-то это. Я параллельно вот я смотрю в браузере, не показывает. Вот сейчас опять этого деда вызывать будем, походу. Что у меня идет стрим, тогда я продолжу. Что какая-то ерунда. Так, вот идет стрим, да? Опять ты, типа. Tartarus would not hold Atlas, and they would not hold me either. The gods have obviously taken pity on their slave. You underestimate. А, это вот этот смерть, я так понял. Харон. Ты чё, подонок? А если мы тебе вот так перчаточкой угостим? Ну-ка, отведай-ка это. А если вот так мы тебя угостим? Хорошо, хорошо, всосал. На, блин, блин, блин. Зря маму посрали. Ну ладно. Падла. Ой, надо бежать отсюда. Блин, да не то я делаю, твою мать. Понятно, надо перчаткой мочить. В эту дверь, короче. Вот он.
Санина, на, на. На-на. На, вщи. Ух ты, подонок. Вщи, бля. Подонок какой, а. Ну, тут пощелкай, ну. На, вот так вот. Все, последний удар. Все. Пробили ворота. Ну а теперь фаталити на. На-на. Ну чё, скотина. А вот она башка-то. Маска. Все что ли, типа, думал? А, хрен там, ёпта. Ты живой, ёпта. Сукин сын. Да, хрен там тебе. Да, да, да. Ну, нет, здесь уже кинжалы не надо, ребята. Ну, иди сюда. Да я тебя убью, сволочь. Ты сволота проклятая. На, раз, еб. На. На. На, в бубен. В дупло прям. Давай, да. Вообще отлично. Нормально он в щит надавал, да? Вообще отлично. For in the distance, the bright light of Helios illuminated all of the underworld. Что-то прямо сегодня все стримят. Я так смотрю. Ага, все, стрим идет. Все. Years of service to the gods had not delivered him from his pain. Never had it eased the burden of his past. And now, Calliope was found. Calliope! Кто это? Дочка его, походу, так понял. Калиопита. Пошли. Да, у нас появилось новое оружие, это самая маска. Мне нужно прокачивать. Она будет нам, походу, показывать какой-то путь. У нас свет особый какой-то. О, R1 и вот эта хрень. Запомним. Да что ты, подло? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Живой, что ли, знаете, какой-то. Да нафиг. Так. Ну, приближаемся уже к концу игры. Так, R1 и круг. Забросили ее. А, вот так. Так, надо нам качнуть бошку. Нормально. Еще. Еще. Давай, давай. Еще, наверное, хватит даже. Максимум. Все. Ребята. Мы все, все сделали. Все. На максимум. R1 и круг. А если... Ага, понятно. Все, ну, укомплектованы. Так, сейвик. Сейвик.
что-то. Сейчас мы все осмотрим. Чешчик какой. Ну да, да, да. Так. Так, здесь что у нас есть? Ящик. О! На. Что-то какая-то фигня. Так, посчитаем. Замок. Ну-ка давайте-ка потанцуем, парни. Брейк-данс! Да, ёптёмно. Ну-ка, я тебе башенку тут сейчас посношу ее. Ох ты, подло. Ну, вот так вот. Вообще получил, да? На, вот так вот. На, вот так вот. На. Бубен. Здесь у нас ярость. Ну хотя мы уже все апнули, я даже не знаю, зачем мы это берем. Ну возьмем. Мало ли там, что. Фиг его знает. Там у нас все оружие на максимум. Ух ты, бля. Тут какие-то горгоны, блин, их мочить что ли придется. Раз. Два. 3, 4. На. Спать там. Спать. На. Ты чё, падла? На. Вот так вот, если хлыщ. Следующий к зубному. Ты чё, парни? Ой. На. Так, ну все голову, блин. Все. Стой, дура, как побежал туда, в дивизию. Ой, твой. Ну, только если вот так вот. Давайте брейк-данс танцуем, ребятки. Так, это спать на. Вот а. Есть. На. Спать. Ты чё, подонок? Ты какой?
Ты чё, блядь? На! На, на! А, ну ладно, давай так. Вщи! Иди сюда. Раз, блядь, не успел. Раз. Два. Три. Ладно. Следующий. Ты чё, подонок? На, тебя идёт сейчас. Вот так. Ты чё, падла? А если вот так сделаю? У-у-у-у. Фига, магия-то. Это маску, которую мы сейчас выбили. Нормально, она. Как она сделала? Один квадрат. Ладно, поехали дальше. Опять маски эти ссаные, это все. О, их надо сразу мочить. Еще одна была. На. На. На, блядь. Ну. Тебе особенный привет, я тут. Ну, бум. Ты такой... На. Блин, классные перчатки, конечно. Подонок. Да, щит меня, конечно, спасает. Нехило. Что, все? Все. Так, сундуков нету. О. Побежал. Говнюшка. Опять его перчаточкой носить. Бам! Чё, падла? Ну-ка сюда. Раз. Раз. Два. На. Спать на. Ну все, что ли? А, еще что-то. Ну, здесь уже брейк-дансы. Здесь потанцую чуть-чуть. Я покажу, какой измерю Хаябуса, блин. И это всего лишь первая часть. С четырех. Она мне уже нравится. Не менее зрелищная, чем вторая или третья. Ну все. Еще что-то, блин. Так, это уже ботинком. На. Это что такое? Ну ты какой? А если я тебе вот так накажу? Ух ты как. Ну, зря ты, конечно, меня ударил. На, вот так вот. Нравится? Все, открывать ворота, бля. Ни хрена, сейчас что-то вылезет. А, все.
Еще близко там. Ползли. Приходит подниматься по мне, что ли? Птички, и здесь попроще. Раз, два. О, гарпун, это плохо. Придется так начать. На. Здесь вот так придется танцевать. И вот так вот сделаем еще. Так вот. Че, неужели еще что-то вылезет? Ну все. Так, дверь понятно. В эту зайдем. Типа нам дают шанс докачаться, да? Все. ХП у нас увеличилось. Хорошо. На максимум, кстати. Максимум возможно в игре осталось маны. До конца апнуть. На полном удовольствии. Раз может здесь какой-то. О! Пиво какое-нибудь выпадет. Феникса. Как раз на ману. Если выпадет, конечно, еще. Так. Так. Вот здесь вот что. Нихрена. Сейвик. Фига себе, как красиво-то здесь. Персифон. Персифон какой-то. Где ты, где ты? Кратос, посмотри, твоя дочь что-то там. Где моя дочь, ведьма? Следи за своими словами. Что-то там, спартанец. Короче, типа она жива, но там ее душа в какой-то фигне, в общем. Вроде как ее возможно даже воскресить, что ли. Я похер, я всех убиваю, бля. Зевс, типа, мой муж, что ли? Теперь я королева смерти, что ли? Персефона, просто верни мне мою дочь. Ну, как пожелаешь. Если Калиопа какая-то.
I care little for the world and its suffering. Where is she? Где она, блядь? Ну, короче, он предлагает, что ли, присоединиться к этим, что ли, богам, ну, или там, непонятно. Так, а дерево какое-то. Вот только оно, блядь. Поможете пройти в эти ворота, что-то там, с этой детей. Сейчас мы этот куст подрубим нахрен. Опа-на. А, у меня все силы типа забрало. А. Все понятно, ребята. Короче, ты все это сможешь сделать, короче. Но ты потеряешь. Ой, смотрите, сколько у нас. Ой, какой ужас. Это по сюжету так. Теперь типа заходи. Головожопый, бля, без всего. Ободрали нахрен, ничего нету на. Мой ребенок. Зачем ты пошел? Я здесь, чтобы увидеть тебя живой снова, типа. And it is always the same. Бля, сука, хреново, что не могу нормально перевести, бля, на английском языке. Вторая часть, мы на русском. И на третьем. И третья часть на русском. Вот первая только вот эта на английском. Жалко, конечно. Пошел начало конца. И титаны, типа, возродятся. Языкового атласа. Атлас completed the task I set him out to do. With the power of the sun in his hands, it is only a matter of time before he destroys the pillar. Отдельное слово только понимаю, блин, но не могу выстроить в предложение никак. Зачем? Think it was my choice to wed a man I did not love, live a life I did not choose. I was betrayed by the very gods that once saw me as their own, but no more. Once the pillar is destroyed, the world will revert into chaos. And what is to become of you? I will have my peace and be free from this miserable existence. Да чё ты мелешь, блин? But it is my choice. Это мой выбор, типа. Папа, что происходит? Мне страшно. In your selfish choice to be with your daughter. Делай свой выбор, если хочешь спасти свою дочь. Нет. Elysium falls to Kratos. She will perish. No! I will not let the gods take her from me again. Типа, нихрена себе. Father! Папа в щи получил просто. The choice was clear to him, yet impossible to make. To stay with his daughter meant the end of the world and the end of her. Что-то с дочерью связано. Если хочешь остановить Пенистров, вот что-то там с дочерью, короче. Нужно отдать ее, что ли? Или чего? Короче, я должен оттолкнуть ее. Все-таки. Да отстань ты, блин. Типа должен это сделать. Kratos soon realized what he gained in humanity, he lost in power. Он потерял силы. Ну нахера, простите, я качался все это время, бля. Так, ну что теперь делать-то?
А, нужно, короче, мне силы все рассказать. Убить душу, чтобы... А, чтоб ко мне силы возвращались. Понятно, понятно, понятно. Иди сюда, как бежала? Куда, бля? Ужасно. Давайте, давайте. Ну, всех убивать. Вот и сделал из меня бога войны, бля. Чем больше убиваю, тем... и сильнее. Ну, куда ты пошел? Стоять. О, манада. Спать. Возвращаем себе силы. Так и будем мочить, так легче. Убивать это, чтобы всю жизнь вернуть силы. Чё потом? Нехуй, ты брошь меня. Чё, бля, меня будить? Ты спать надо. Куда? Продолжаем. Всех порежу. Все, тут и ручка вернулась. Ну все, кстати, силы ко мне вроде как вернулись. А, нет, перчатки нету. А, вот перчатка вернулась. Ну-ка и сюда. Стоять. Ой, клинки какие-то нереальные стали у меня вообще. Нет, папа, нет. Этот момент, запомни этот момент. Решить всю твою судьбу. А, судьбу Калиопы, короче, этой дочери. Короче, чтобы оставить ее в живых, ему пришлось... Ах, вы подонки, блядь.
что же вы делаете, это собаки, да я же вас, чмошники, куда побежал, на. Все, побежали мочить Зевсона. Опа-на. Да, давайте нахрен, вот так вот оно. Брейкданс на. Куда ты? Чё ты сюда прячешься там? Да на, нахрен твой щит, епта. Куда она? На, нахрен. На, сука. Куда ты вылез, я? Куда она? Куда она? Вон она, повылезала вот она. На, вот так тебе. Спи, епта. Да все, херня. Вот этот, на, еще тебе, тебе, тебе тоже. Тебе, тебе. Даже альмады могу уходить на это все. На. Кто? На, ты. Лучничек, ссаный. Открывайте дверь-то, блядь. Нет, еще кто-то. На, на. Открывайте. Так, маны, маны, маны надо. Сука, да вы моя дочь. Ой-ой-ой. Чуть не перезаписал. Так. Падла, я тебя достану, ведь, сволочь. Солдаты проклятые. Спартанец. Вот и конец. Ух ты, какая ты крутая, блядь. А вот она меня поднимет к нему, что ли? Ни хрена себе. Это титан. А Мальта его подняла потом. Ну-ка давай брейкданс танцуем, родная. Броди, броди, броди. Вот так вот. Что-то тебя не сильно тебя ударило ты. А если вот так я тебе вот подожгу чуток. Вот так вот. Да, хрен тебе. На тебе вот такой же. Щи, блин, на, пщите еще вот такую штуку тебе. Гадость на тебя повешу. Ой, давай только без этого. Охренеть. Вот это я словил, блядь. Прожать, 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 прожать. Да я ж как? Все, вогнал. У нас опять кнопочку прожать. Какую-то кнопку надо успеть прожать. Успел! Хрен тебе, санина. На-на. На-вщи. Еще на. Скотина, ты сейчас словишь от меня, собака. Как это может быть? Какого хрена? Да вот на тебе вот такую штуку. А хрен ты мне чем сделаешь? На вот такую штуку. Ух ты, ёй. Ты спустишься с ней? Нет, с ним. Ну най с этим. Ой, зря. Или как-то стреляться-то надо.
маме насрать на твою. Ой, бля. Ну, я тебя так достану. А, щитом-то что-то. Ну-ка, ну-ка. Блин, ребята, я не знаю, что делать. Так, давайте-ка мы глянем, как его убить. Чтобы не сдохнуть. Две минутки. Так. Кстати, она последняя. Это последний босс. Сейчас быстро гляну. Так, так, так. Вот он убил. Так. Так. Понял. Значит, пробуем. Нужно прожать щит во время выстрела. На-на. Вот так вот. Давай еще разок. С саниной стреляй свои. Бля. На. Ах ты. Блин. Еще раз. Да, хрен ты не достанешь свою херню. Ай-яй-яй. На. На. Ах ты подлюка ссаная. Да хер ты нас своей сани не достанешь. Блин. На, ёпта. Ну давай. Да хер тебе, блин. На, блин. Да хрен ты. На, еще, блин. Чё ты? Блин. Да хрен тебе, блин. Блин. С саниной. Давай шарики сразу, ну. И все. Ой, блин. Я не хочу умирать. Да куда ты свои мочалки свои стреляешь-то? Давай шары, ёпта. Да не достанешь, ну. Блин, опять санина своя. Блин, да я же... Как? Далеко, что ли, я был?
Блин! Люди, мы сейчас сдохнем потом. Как? Так, ну-ка глянем. Может, я что-то не доглядел. А, кстати, тут в полете можно было и перчаточкой и шандарахнуть. Я смотрю, чувак мочит. Чисто в харе. Так, он нас стреляет. Да. Надо просто вовремя поражать. Ну, мы сдохнем, наверное. Наверное. К сожалению, мы, наверное, мы все-таки не выдержим. Ну ладно, зато со второй попытки точно убьем. Да. Да. Ну зато мы знаем, что делать. Сейчас убьем. Сейчас вот такие щи пропишем, блин. Да. Окей, сюда. Да, что-то мало славливает-то здесь. Надо просто вовремя поражать эту штуку. Просто вовремя поражать надо ее. Ну, от, чтобы от щита отлетело. Просто вовремя. То есть заранее нельзя держать, а прям в момент выстрела нужно. Вот так вот, да. И уходим. Ах ты, блядь, не успел, извиняюсь. На подлютина. На. Ах ты, блин, не успел даже. Наш. А, хер тебе. Свинья. На, блин. На обратно. На еще это. Да хер ты. Давай еще. На. Все. Наказывать надо. Ну давай, 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 давай. На. А хер тебе. На, блин. Да, хрен тебе. Бля, опять салон с салатой херни, блин. Да не достал, падла. Да, херки. На. Да, хер. Ой-ой-ой, как я попался-то.
знаю. Нано. Давай, стреляй себе, санили. Да нет, я, блин. О! На! Да блядь! Да уйди! Блин, а! Ну как же ты не сдохнешь-то? Ну почему, блядь? Сикуха, блин. Задолбало бегать туда. Давай я свои шары сам. На обратно. Да хрен тебе. Давай еще шаров. На. Давай шарик. На. Хер тебе. Оттягиваешь неизбежно это. Это убью их не надо. Да хер ты, на. Пять свои самые лужи, да что ты будешь делать? На хер ты. Ой. Блин, а ты же как она мочит-то. Ой-ой-ой. Да умри ты. Ой, бля. Неужели убьет? Ну умри ты, еб твою мать. Да бля. Столбы могут поймать. Очень хорошо. На, умри ты, господи. Ты что, не дохнешь-то никак? Так. Я отойду, ребят, извиняюсь. Сейчас мы должны убить ее, собаку. Надо добить. Да сикуху, блин. Да ну ёб твою дивизию. Да ну мать твою. Чё неправильно делаю, блин? Ну ляг ты, ёб твою мать. Уже. Ну, сдохни. На, еще. Ну что, хороший реджект это я сделал.
чем дело-то, блядь? Да почему, блядь? Есть. Что-то не понял. Что такое? Что такое? Что за на? Что за? Так, ребят, у нас какая-то санина произошла. Запущу приставку туда. Надеюсь, там сейф чекпоинт будет. Все нормально. Так, не знаю, что такое было. Посмотрим, где у нас сейф. Ну как раз. Погнали.
tamo pustili. Gdje smo tamo pustili? Go to her. Be with her. Leave this world behind. Atlas! Us. Собака. Давай что-то сделать. Slave to my kind. Oh,
Офигели. Да блин. Должны прийти, я проверяю. Так, поехали. Вообще надо глянуть, почему она не дохнет, падла. Сейчас я быстро погляну. Вот она упала. Что нужно делать? Потому что мы уже второй раз уже на эту месте попадаемся. Ага. Все понятно, нужно, конечно, встать на луч. Сложно, долго. Фейл. Давай, пузырь, давай, давай, пузырь. Не надо, ты сильный. Thank you.
Your suffering will never end, Ghost of Sparta. Хрена, он держит весь этот снегу, что ли? Кто твой бог теперь, Кратос? Почему ты не идешь к Аиду? Мне нахрен не нужны эти боги, типа, говорит. Я доверяю только себе, типа. Я завалю его. И скажу. Я понимаю тебя, спартанец. It is all I have, Atlas! We will meet again, Spartan. The fates have deemed it. One day, you will regret what you have done here. The mighty Atlas was left in chains. Могучий Атлас понатужился. The world on his shoulders. Greater penance than even Zeus himself had placed on the Titans. The fate of Atlas had been sealed, and the goddess Persephone was no more. Kratos had saved mankind, but that mattered little to him. By forsaking his daughter, he had abandoned the only person he ever cared for. What he had long sought and finally found was now forever lost. As the sun chariot rose higher in the sky, and the might of Helios shone once again on the world, Morpheus retreated to the shadows. Kratos gained little satisfaction from his victory. With years of servitude in front of him, he would need to confront his past and fight to reclaim the humanity he lost on the day his dark legend was born. Вот и все. Вот и все. Игра God of War первая часть. Всем спасибо за внимание. С вами Retron Console Team и Daniel MP. Прошел для вас сегодня God of War первую часть. Думаю, в ближайшее время, не могу сказать точно, насчет завтрашнего дня не обещаю, но скорее всего либо в воскресенье, либо в понедельник. Скорее всего в понедельник. Ну посмотрим. Будем проходить вторую часть God of War. Досмотрим титры. We'll be right back.
the dire toll of his relentless battles finally caught up with him as Kratos fell from the chariot to the earth. Was this sacrifice too much for one to bear? Even for the man who was known as the Ghost of Sparta. He has again served us well, Athena. He is a remarkable mortal. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must.